Здравствуйте всем, это Георгий, Ретро Ява. Вот, пожалуйста, еще один шедевр из моих стапелей. Ява 638, пятая модель. Полная реставрация, все как обычно, полная. Вот сейчас я погоню ее владельцу на Мадону. Вот, думаю, надо немножко с вас снять. Коротко расскажу и сваливаю. Так, здесь заменено все, кроме правого колена. Вот правое колено я пока еще не достал. Ну, очень большой дефицит правое колено. Даже турецкое не купить. Все остальное новое. Тросы, покрышки, хром есть новый. Покраска, пескостройка, кислый грунт. Покраска, все. То есть, спидометры только 35 километров. Вот сейчас я поеду в Мадону. Ну, до Мадоны 110. Хром абсолютно весь, кроме спиц. Спицы цинковые, все остальное хром. Вот, даже взять простые вот детальки. Кронштейн, пробки на вилку. Да, вот. Сзади, вот если посмотреть, даже все хром, покрышки, покраска. Ява 638-5. Ну, в народе называемая как переходка. Это первая 12-вольтовая Ява на базе 634. Мотор тоже под корень. Абсолютно под корень, ну, как обычно. Ну, вот сейчас поеду, скажем, первый дальняк на нем делать. Сразу первую сотку проеду и владельцу отдам. Вот такая вот 638-5. Шедевр, действительно шедевр. Сам даже балдею. Ну вот, глушители. Этот проект я получил в октябре прошлого года, и на Новый год он у меня был готов. Вот именно Новый год у меня был готов. С Нового года до 25 мая он у меня простоял в гараже без глушителей. Вот из-за этих вот глушителей он у меня 5 месяцев простоял в гараже. Ну, вот Буек возобновил производство. У них там проблемы были на производстве. Буек возобновил производство. И все, и глушители буквально где-то через 2-3 недели я уже получил. Вот из-за глушителей 5 месяцев он у меня простоял в гараже. Просто вот 5 месяцев. Дуги. Дуги масляные. Ну, как обычно, масляные дуги. Вот заливные. Тут сливные. Это яовские дуги, они в оригинале делались здесь само у нас в Латвии. Их были два вида, бабочка и конусы. Ну вот это вот конусы, это просто слизанные дуги с оригинала. Но это не чехословацкие дуги, это латвийские дуги. Они клепались на весь союз. В 80-х они клепались, ну, на весь союз эти дуги. Вот снежовички полированы. Ну вот такая вот. Ну, проводка новая тут. Ну все, да. Ну сидуха новая перешита тут. Ну все под корень полностью. Все. Вот такой вот у меня проект. Завис очень сильно. Глушители. Ну, хорошо работают. Действительно хорошо. Все хромировано. Здесь прикурка установлена. Мало ли чего. Электронное зажигание стоит, тут даже не обсуждается. На коленвале только левая цапфа целая, все под корень. Из коробки первичный вал родной. Первая, вторая скорость, плавающая каретка родная. Ну и вспомогательные на вторую и на третью остались использованные. Все остальное ноль. Кулиса, вилочки, на четвертую каретка новая. Цепь, успокоитель цепи, как обычно, литая опора. Цилиндры стеклоструены, на стекло отправлял простеклоструены и потом на ванну. Это ультразвуковую ванну, чтобы все стекло отбить, всю пыль. Полированные крышки. Ну, там фильтр видно, такой разборный, такой хороший фильтр. Покраска 30-20, так называемая морковка. Хорошая покраска получилась. Ну и глушители, да, глушители, конечно, сила. Тут раму усиливал тоже, косыночки добавлял. Надо косыночки добавлять обязательно. Ну или трубы, допустим, догоняет кто-то в раму. Ну это сложно, трубу загнать это сложно. Проще приварить косынку. Вырезать, приварить. Ну, все гаечки декоративные. Видно по возможности, да, вот все декоративное. Вот, ну везде вот декоративные гаечки.
Ну, вот такой один из последних проектов. Ну, получилось просто бомба, реально. Мотор хорошо работает, но я его сейчас заводить не буду, потому что ко мне сейчас приятель приедет, не до этого будет. Хотя завести можно попробовать, он у меня еще и не заводился сегодня. Сейчас попробуем, три раза качнем. Все, включаем зажигание. Ну, примерно где-то там. Все работает. Двигатель действительно хорошо работает, я очень доволен. Ну, тут на 4 сотки расточено. 4 сотки. Так надо будет аккуратно сейчас проезжать. Глушители тихие, красиво работает. Ну, вот где-то так примерно. Двести оборотов. Ну, где-то примерно так. Ну, успокоитель цепи, конечно. Ну, вот, полированная крышка. Ну, литая опора, все. Карбюраторы Жиклера стандартные, 92-72-40. Ну, в принципе, все как обычно. Цепь новая. Кубельная педаль отдельно хромировалась. Все, вот, гаечка тут такая цивильная. Тросы все новые, покрышки новые, камеры. Ну, тут все под корень. Все под корень. Мотоцикл бомба. Ну, 7 месяцев завис проект. Не по моей вине. За 2 месяца я его поднял. За 2 месяца. Так, лениво, я его поднял. И вот 5 месяцев он мне простоял. Вот, так что я сейчас завожусь и еду дальше. Поеду отдавать его владельцу. Ну, здесь вот сигнал я тоже немножко переделал, он должен быть черный, но я отдал на хром. Отдал на хром. Ну, вот такая вот красавица. Ева-638-5. Бомба. Реально бомба. Ну, я с вами прощаюсь. Вернее, не прощаюсь. Я так буду немножко проезжать сейчас на Мадон, останавливаться. И какой-нибудь там, скажем, видеоотчет сниму, пока доеду до Мадона. Так что встретимся на следующем сеансе. Всем привет. Ну, вот вторая серия. Я уже в Мадоне. Сейчас ровно 4 часа. В час я выехал. И за 3 часа я до Мадона доехал. Получился... кружок. Так, вот видно Мадона. Сейчас вот через 2 километра будет Мадона или Мадона. Так, у меня по спидометру получилось 170. Значит, я проехал сейчас 135 километров. 35 у меня было. Вот 135 со скоростью 70 километров в час. Я так пыхтел. Ну, доехал до Мадоны. Сейчас вот поеду уже к владельцу на точку, в гараж. Ну вот 638.5. Бомба. Реально бомба. Ну вот. Все хорошо. Без эксцессов. Спокойненько. На 70. Но у меня на 4 точки расточено. Потому я особо так и скажем, не спешу. Мадонна. Сегодня тепло, хорошо. Тепло и ветер. Ну, градуса, наверное, 20 сегодня точно есть. Первый дальняк для него. Ну вот, я еду дальше. Сейчас приеду к владельцу. Но он будет радоваться. И я тоже. Поехали дальше. Ну вот, мы в Мадоне. Мотоцикл я отдал Динчику. Динчик уже катается вовсю. Но разница есть между старушкой и этой? Есть разница? Нет. Ну, вот то, что надо. Ну вот, все работает, все шепчет. Ну, я на этом закругляюсь. Вместе с вами был Георгий Ретро Ява в Мадоне, у Гинчука в гостях. Ну вот, еще один шедевр из моих стапелей. Ева-638-5. Все работает, все шепчет. Всем пока.